Знаковая подія у Могилевской энергосистеме. У областном центре открыли новый сучасный сервисно-разліковый центр республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго». Оперативно, якостно и комфортно специалисты центра готовы оказать послуги всем споживцам электроэнергии. Новое место прописки сервисно-разліковага центра «Могилев», в улице Гагарина, 2. Размещенный он у шматповерховцы, неподалек от лядовой арены и гостиницы «Турист». Главная мета открытия нового центра – створить умовы для комплексного решения питанию споживцов электроэнергии у межах одной офисной просторы. У нас были площади на улице Ленинской, где мы обслуживали абонентов, но со временем мы пришли к тому, что на самом деле этих площадей недостаточно и места мало. И за время функционирования мы поэтапно, постепенно переносили туда, на площадь, на площадке сервисно-расчетного центра, все вопросы, связанные с обслуживанием населения, наших юридических лиц, с тем, чтобы это было единым местом контакта энергосистемы и наших граждан. Ранее специалисты сервисно-разлікового центра обслуговывали абонентов у помешканні у 3 раза меньше. Теперь на площади у 500 метров квадратных места хопить усім. Физичным и юридичным особам, индивидуальным предпринимальникам из всей области. Хочу отметить в данном центре, что он современный. Здесь современное оборудование, оборудованные места рабочие, наличие сегодня квалифицированных специалистов. Это все обусловлено качеством тех услуг, которые предоставляет сегодня предприятие «Могилевэнерго». Для зручности клиентские потоки у сервисно-разліковом центре «Могилевэнерго» поделены на зоны обслуживания. Предугледжены 2 электронные чарги, информационные экраны и навод интерактивные столы, где абонент бача усю информацию. В новом сервисно-расчетном центре работаем по 3 направлениям. Обслуживание физических лиц по вопросам расчетов за потребленную электроэнергию, обслуживание физических лиц и юридических по вопросам подключения электроустановок к сети электроснабжения и обслуживание юридических лиц по вопросам расчетов за потребленную электрическую энергию. Будем рады видеть вас по новому адресу. Працуя сервисно-разліковый центр республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго» по буднях с 8:00 до 20:00. У субботу с 9:00 ранницы до 5:00 вечера.